смотри, что там. На нашу деревню напали эндермутанты. Это же Виндиго из этого. Чувак. Так, я БТР вывожу. Все. Ну все, допрыгался, конопатый. Так, здорово, народ. Сейчас у нас незапланированная съемка. У нас тут всякие криперы бегают, и нам нужно, короче, достать железо. Это Невер. Да, чувачки. Да, всем привет, ребят. Всем привет. Кто не знает, а все знают, потому что я пиарил один проект на канале Морриса, это Зов Бездны. Да. Вот это маг. Маг, который любит колдовать, да, по ночам? Голубой маг, да, радугу любит колдовать. Любит радугу он. Стреляй, стреляй по ним, давай. О, отлично. Так, щечки, смотрите, у нас тут... Давай, железка. Да, давай, железо. Смотрите, у нас сейчас спецоперации на всяких ресурсов, материалов. Так, нет, это бомжар, а тут... О, ёба, бля. Тут ничего нет, пошли, короче. Да. Пошли, я знаю одно место, у кого можно подпереть. Так, это спецоперация. У тебя есть тыква? Тыква? Ну, нам нужно надеть тыкву, чтобы на голову, чтобы нас не спалили. А-а-а. Ты куда полез? Нет, ты? Ну ладно, так, ладно. А давай, слушай, нет, давай тогда тыкву мы... А тебя зомби бьет. Давай, бей. Так, у меня есть печеная картошка. Я даже знаю, чья это, за Лёхина. А у меня печенечки тоже есть. Иди сюда. Это спецоперация. Сюда иди. Давай. Без нас. Факел, да, слушай. Вот, нам нужно пробраться сюда. Так. О, смотри. Тут мало того, что можно позаимствовать немножечко железа, так еще и можно надыбать картошечки. Так, погоди, управление настроишь. Так, ну что, надыбал? Ого, одно железо, так, я нашел. Это уже плюс. Ага, так, а тут что? О, смотри, сколько тут еды. Так, давай, срубай. Все. Ой, Леха, если ты смотришь это видео, не убивай меня, пожалуйста, ладно? Не сноси мою хату под ноль, я жить хочу. Лёха, если ты смотришь это видео, то ты знаешь, что надо сделать. О, смотри. Что? Вот эти крысы летучие засрали весь балкон. Они там, эти крысы обоссанные, они всех животных поубивали. Не, ну ты посмотри. А, слышь, так это они коров, получается? Так это они коров убивают, да. Или тут скелет стоит, блядь, тут коровы эти бегают туда-сюда, а он стреляет, попасть не может. Ну стреляй. Ой, куры. Куры. Куда? Всё нормально. Вот, это мразь зеленая. Так, стоять! Куда бежишь? Стой! Где ты там их все находишь, то есть? Да блин, убегают эти курицы. Так, тут у нас должны жить овцы, но... Да не то, что курвы, тут не подберешь слова. Ладно, пошли воровать. Я хочу воровать. Заимствуют. Да, извиняюсь. Так, нам... О, собралась толпа бомжей. Я тебе случайно по черепушке заехал. Ничего? Ну-ка, погоди. Да ничего, нормально сейчас только отпишусь. Так, пошли. Давай патроны крафтить. Давай, так. Есть вообще? Так я вот сейчас надыбал 5 железа. Пошли, сделаем хотя бы что-нибудь себе. Или вы с Моррисом в кратере там все выкопали, да? Да слушай, вообще, по-моему, все, там ничего не было. Там единственное золото. Окей, давай, залезь сюда. Так. Давай. Все, ага, закрываем. У меня, кстати, есть вот что, смотри. Вон, пороха. СВДшечка? СВДшечка, да. Так, давай сейчас для АКМа себе скрафчу. Блин, мне... Давай, не крафти, у меня... А че вы крафтите какой-то этот Томпсон и фигомпсон? Да слышь, нифига себе, он офигенный. Я тебе отвечаю, он там... Ну-ка давай, вот давай, покажи. Да у меня патронов 6 штук осталось. Давай, стреляй. Да мне, говорю, патронов 6 штук осталось. Убивай их. После 8 не продаем. Валите домой. Пьянь подзаборная, пошли отсюда. Пошли дальше. Вот, у Гуфи по-любому можно позаимствовать немножечко железа. Слушай, так. Они не прячут сундуки, не как мы? А вы прячете сундуки? А то я видел, типа, у вас там говно всякое лежит. А что мы разве прячем сундуки? Нет, конечно. Нет, а кто их прячет? Вот Гуфи, например, вот стоит сундучок. Ага, БТР, ну не, это нам не интересно. Ну это да, это нам не надо. Ну, такое. Смотри, блин, Рич Бич, у него стеклянные панели стоят. Но, пожалуй, порох мы у него заберем. Гуфи, если ты смотришь этот видос, привет. Да, Гуфи, ты знаешь, что делать.
Нет. Я захожу так на сервак на следующий день, а там хата под ноль. Опа! Железо. Опа, одно. Ага. А нету переплавленного, ты посмотрел? О, смотри, что у нее. Гуфи, бля, это что такое у тебя? Слушай, а Патрики есть? Я лучше обратно положу, а то если я это сопру, Гуфи меня, ну не то что, на британский флаг порвет, он меня порвет на звездочки, на флаги США. Так, пошли обратно, собственно, я чуть-чуть, я чуть... Ты где? Я? Не скажу. О, блядь, все, пошли, я сейчас и сделаю патрон на калаш. Пошли только, ёпту, он бегает, тварь. Да сейчас мы его убьем. Да ой, ладно, бля, беги! Давай. У меня опять ТП нет. Что-то мне вообще не идет. Я знаю, у кого можно железо надыбать. Ну-ка. И патроны на калаш. Погоди-ка, давай-ка сейчас мы... А, я знаю одно местечко. Так, ну-ка, пошли за мной. Блядь, что за меня... Что меня опять сюда? Ну, любит... Не-не-не, смотри, давай налево. Давай, нет, давай налево, вот сюда. Не-не-не, а, вот сюда вот. Ой, Морис! Морис, не веди их. Вот, смотри, где я, видишь, прыгаю? Ну? Они вот тут есть. Так тут это гараж. Так нет, это не гараж. А это что у нас такое за подземелье такое? Подземелье игры... А что вот это делать? Ой, ни хрена. Хрена, прикольно. Так, чувак, 17 железа. Так, грибочек, если ты это смотришь... А! Помнишь, мне в прошлой серии грибочек такой, типа, я возьму у тебя одно стеклышко, да, и дам один алмазик. Да. А давай у него возьмем стак алмазиков и дадим одну... Одно стеклышко? Одно стеклышко. Слушай, выгодный обмен, мне нравится. Смотри, у него свистящаяся пыль есть. Значит, получается, он прорвался через этот. Через что? Прикольно. Смотри, кто там стоит. Вот это я обосрался. Что там стоит? Морис там что-то стоит? Нет, хуже. Это Морис утром. Да, чума зеленая. Смотри, вон, иди сюда спускайся. Ну, так, личный арсенал романтика. Грибочек. То что-нибудь возьмет, тому хребет вырву. Бля, это... Нет, слушай, смотри, тут спуск. Ну-ка. Так, катакомбы. Давай, давай, спецназ. А, нет, слушай, тут кровать, тут только кровать. Не-не, погоди, тут надо порыть по-любому. Думаешь, не, смотри, видишь этот-то? Неужто он специально аж переплавлял булыжники? Ну, а чё бы нет, я бы переплавлял. А то знаю, тут всякие морисы у меня всякие, крадут всякую хрень. Не-не, чувачок. Ну, короче, мы сейчас заставим обратно, вообще не беспалевно будет. Ну, знаешь что, ну как будто ничего не произошло. По фэншую, я говорю, все по фэншую, ты посмотри, идеально. Короче, давай, пошли сейчас на машине покатаемся. У тебя же машина. У меня есть машина, да. Как тут выбраться? Слушай, знаешь, а это не ловушка ли была? Бля, по-моему, так и было. Нет! Вы замерли! Да я не могу вылезти. Немного, погоди, надо это разломать. Чувак, мы, по-моему, мы как крысы, знаешь? Бля, я сломал. А, ну нормально. Так, сейчас обратно поставь. Во! И ничего и не было. Все, да, все, пошли отсюда. Да он простит нас, он простит, все нормально. Пойду. Нет, он нам хату под ноль снесет. Нормально. Куда Морис укопался? Ну-ка. Ой, что он? Бля, ты че тут делаешь? Как червь, я не знаю. Помойный. Пошли. Так, смотри, что у меня есть. Чего там все есть? Так, у меня есть... Смотри. Я не понял. Чего? Я не понял, а что это они сделали с моим домом? А что это они сделали с... Ты, кстати, знаешь, как это... Что-то... Прикольно показать. К тебе как прикольно. Да, да. Я хотел такие ловушечек тут поставить от таких... Так, ну-ка. Это ты что, охуел? Не, ну я мало ли проверяю, мало ли железка есть. Бля, а где мой УАЗик? Куда мой УАЗик дели? А, УАЗик? Да. Это... Какой УАЗик? Куда мой УАЗик? Какой такой куда УАЗик? Куда УАЗик мой дели? Я не знаю никакого УАЗика. Где УАЗик? Слышь, он дымился стоял. Он не мог сломаться, не? Его мобы доломали, вот. А, их можно сломать, оказывается. Ну, типа, да. Ну, это такое. А, стоп, погоди, ща я поищу биплан. Можем, короче, давай. Полетать еще. Вот смотри, вот видишь эту мразь? Какую? Ты, вот, я сзади тебя, алё. А, так это море сзади меня, не? Так не.
Тут, короче, свин-паук стоит, я их жесть боюсь. Свинов-пауков? Да. Короче, иди сюда. Вот у меня, короче, есть биплан, да? А, погоди, мне нужно сделать для него топливо. Я на твоем балконе смотрю. Да вылезай оттуда. Да ты заходишь, зачем? Да вот я. Да вот, ну давай, ставь, полетели. Не, погоди, тут везде заборы и всякая хрень. Да я вижу, я хочу на Мальдивы. Давай на Мальдивы. Ну ладно, сейчас полетим на Мальдивы. Да, я хочу туда, где тепло, тут зима уже реально поднадоела. Так что давай Мальдивы. Или Бора-Бора. Давай, давай. Ах, зараза, море село. Ну так полетели, сейчас он узнает, что такое кругосветное путешествие, смотри. Сейчас этот негодяй... Я буду махать тебя. О, летим. О, нет, куда? Ох, твою мать. А где Морис? Морис рядом, он рядом со мной стоит. Да у меня тоже. Блять, нет. А я он сломался. Нет, сука. Чёртов биплан, ну ёбаный бро. Так, все, я починил биплан. Все, заводим обратно. Заводим шарманку. Давай. И полетели, давай, там Мальдивы, понимаешь? Дамы в бикини. А, ты имел в виду трапы в бикини? Трапы? Ну, может и трапы, не знаю, кто там в бикини. По-моему, сейчас опять крыло какое-нибудь сломается. Так, вот видишь, я лечу на моторной лодке. Блять! А, нет! Ну только не опять! Не-не-не-не-не! Бля! Сука, Морис! Ты ку... Стой! Чё он не летит, слышишь? Нет! Да стой! Угнали самолет, суки! Ты слышишь? Ой! Самолета больше нет. Я в тартарары, блядь. Ты куда приземлился? Я в аду, слушай, я в бездне, я отвечаю, я... О, ребята, я... О, железо. Я вижу, ребята, я прозрел. Я жив, блядь. Ай, снежки, камни полетят сейчас у меня. Да куда ты меня все в ад скидываешь? Я только из жопы выпался. Я же не могу скидывать. Ай, по мне море скидает. У меня уже этот болит. Ух, а, пуля в колени. Ай. Бля, дайте мне тоже снежков. Ай, сука, он мне броню ломает. Морец ебучий. Да что я вас не попадаю, пацаны, так честно. Ай! О, Морису сломали броню. Я его камнем убил, бля. Прибил, бля. Камнем. Опа! Оп, зашарил, сколько лута. На, блядь, камушком тебе по... Не, это каменная дуэль, блядь. Пушкин, блядь, Дантес, на. Камнями, сука, закидаю, блядь. Зараза, все, хп нету. Слушай, за много хп? Ты чё, каменный человек, блядь? Откуда у тебя камней столько? О, господи, боже мой. Слушай, погоди, нет, у меня реально чувак, что-то чувак, ночью стало. О, ну чё, ты готов ко мне? Не, погоди, пошли лучше выбираться. Ой, блядь, слаймик. Чувак, давай, пошли лучше выбираться, потому что всё, сейчас жизнь будет. Давай, да, не, слышно, да, реально, до дома. Всё, начинается серьёзность, давай. Начинается долгая тьма. Долгая тьма. Долгая ночь. Чёч. Долгая ночь. Только птицы звучат за... Ой, ё-моё, как... да тут не только птицы, тут крысы, бля, летучие. На. Чума зелёная, я называю их. Чума зелёная. Бандюэль. О, нет, вот бандюэль. Вот это реально бандюэль. Слышь, там? Как блядь. Же мне героем стать? О, он чё-то надулся и сдулся. Это Кирилл Терёшин? Да. Он, знаешь, он расстроился. Это руки-базуки.
Руки-базуки, да. Бля, не, а вот, эти, вот этих я трогать не хочу. А пошли посмотрим, что вот в этой башне. Я там ни разу не был. Они, ну, они блин, тихие, а ты смотри, что там. На нашу деревню напали эндермутанты. Бля, смотри. Да, слушай, а мы, прикинь, видели этого большого крипера, крипера-собаку. Да, крипер-мутант это был. А, смотри, эндермен, эндермен-мутант. Он нет, короче, погоди. Фантомов создает, и их надо сначала убить. Бля, чувак, ты смотри. Это же Вин Дига из этого. Чувак. Да реально, слышишь, блядь. Это Вин Дига. Блядь, я надеюсь, ты справишься. Чувак. Мы еще ни одного Вин Дига собственноручно не убили. Ты о чем? Эй, походу дела мы и не убьем. Бля, мы не... Блядь, не упал. Тут зомби. Отвалите. Нет. О, слушай, что он на меня пришел? Тут кто-то кряхтит, пердит, блядь. Кривер, бля. Бля. Ай! Фак, меня отстрелили. Ты в небо найти свой... Бля. Чувак, ты реально Вин Дига. У меня пиздец! Отстань! Чё у него 4 руки, бля? 4 руки, 4 ноги. Это из Тайкина это, да? Как его звали-то? Знаешь, что у меня есть? Знаешь, братья, что у меня есть? Что? Этот, походу его убили, я не знаю кто, и мне выпала эта хрень, короче, черная какая-то. Окендр? Я не... Да не... Бери БТР, Гуфи! Я этот, не Окендр. Выводи БТР нахрен! Гуфи, извини, я тебе новый БТР сделаю. Ну, слушай, я умер, надо не потерять. Погоди, надо, слушай, я сейчас БТР Гуфи вытащу. Давай, вытаскивай и херачим. Слушай, а почему, если он-то сдох, почему эти-то остались у него? Или он не сдох, блядь? Кто сдох? Откуда у меня тогда это? Да вот этот мутант, Тендер. Так он не сдох. Так а как он не сдох? Почему мне тогда выпал-то его шмот? Ну я же тебе говорю, там черная такая хрень, бля, меня опять... Так, я БТР вывожу. Такая хрень есть, которая... Давай, я сажусь. Все, поехали, давай, садись. Поехали, давай. Так. Мои монстры, давай. Едем. Едем. К дому этому едем. Там есть какая-то хреносень, которую я хочу забрать, давай. Ну все, допрыгался, конопатый. Давай. Стреляй. А мне нечем стрелять. Ой, я вылез рано! Меня лагает, жесть! Жесть, ребята! Чувак, он фантомов создал! Ой-ой-ой-ой! Я должен забрать ту хрень! Я должен, ребята, я должен забрать! Это... Чтоб хоть показать! Так давай, поехали, заберем! Так вон, погоди, вот, все, я тут, сейчас заберу! Так, забрал? Мне тоже мои вещи надо забрать! Все, вижу, так, ну ладно, я сейчас опять переразражусь! Ё-моё! Ты посмотри, что тут происходит вообще. Да там, блядь, жесть какая-то. Я на БТРе застрял еще вдобавок в заборе. Не за мной мелкие эти. Ё-моё. Гоняют. Ты на БТРе заборе? Как ты мог на БТРе в заборе застрять? Я не знаю. Дядь, руши все к черту. Тут уже и так все в руинах осталось. Смотри, они дерутся, короче, с мутантами, слышишь? Они дерутся с мутантами? Они с мутантами дерутся. Ну-ка, давай-ка подавим их. Давай. Блин, у меня это... Вау! Нет, БТР сломали! БТР сломали? Чувак, БТР сломали. Ага, что происходит? Где я вылез? Не, чувак, БТР не сломали, просто я залагал. Слушай, я тебе сейчас создам, короче, вот это... А, не, погоди, он жив тогда. Что мне за хрень-то мне выпало? Я не понимаю. Какая... Ёбаный врат! А! Вот он. Я сейчас попробую камнями его закидать. Бля, погоди, я не могу заползти к себе домой. Тебя опять он убил? Жесть вообще. Да, я говорю, он просто... Я его ускоряю. Каменный меч. Один в удар. Во! У меня есть Халк Хаммер, слышишь? Я попробую Халк Хаммером убить. Давай. Эй, мразь, иди сюда. Я его, походу, убил, не? Блин, Халкхаммер сломался. Ё-моё, какие лаги! Вообще дичайше, слышь, я не могу даже это воскреситься. Да. Просто жесть. А зомби, короче, у него дамаг прибавляется, когда у него меч в руках. Ну и понятно, логично. Бля, да ну.
Ай-ай, Commander. А знаешь, у них еще защита прибавляется, когда они в броню одеты. О-о-о! Не знал, не? Ай-ай, Commander. Я их, блядь, я их снежками этих всех мудаков убью. Так, я сделал... Нет, не сделал. Все, сейчас я сделал синогрудник. А ты... Попробуй сейчас завалить эту хренотень. Давай, а он еще жив? Я еще думал, что он уже мертв. Так да, он жив, че? Господи, сколько у него хп-то? Мы тогда крипера большого завалили нормально. Быстро. Так потому что он телепортируется и этих создает фантомов. Он давай, умирай уже. И... Черт, он меня убил снова. Крашит. Как бы он сервак не крашен сейчас. Да я тебе про что и говорю, вообще жив. Бля, опять крипер взорвался. Опять мне имени. Сколько у него хп-то, я не понимаю. Утро, бля, уже наступает. Да идите вы нахер. Пошел. Че, снежинки, понимаешь, тоже это. Снежинки? Ой, ребята. Ну, чувак, спаси, тут подо мной куча зомби собралось. Да я не могу. Чувак, они ломают мою хату. А! Фак. Не могу даже прохнуть. Ай-яй. Бля. Вот, он горит. Горит, все, слышь, давай, следи да, за ним, я от пытаюсь. Него должно выпасть. Да, он просто сейчас взрываться начнет и... Да, так, я говорю, от него какая-то фигата должна быть. Да, а он Окендра, это, короче. О, он по этим фантомам телепортируется, короче, слышишь? Да, я знаю, я один раз ударил по нему, и он передо мной появился, по фантому. Сейчас ну, тогда мы его так... Чувак, а куда он делся? Здесь он. Не знаю. Я не могу его найти что-то. Походу он был повержен. А, вот он. Он разлагается. Где? Походу. Да. А где именно? Чувак, он разложился. Все, он сдох. Все? Слышишь? Да. Фу, господи, слушайте. Он разложился. Вот это было, ребята. Короче, вот это было реально. А, с него выпало 3 ока эндера и 2 жемчуга эндера. 3 ока эндера и 2 жемчуга эндера? Блин, бред, слышь, какой. Блин, чуваки, это была, наверное, одна из самых напряжных войн вообще. Смотри, за... слышь, вот, смотри, вот что выпало еще. Погоди. Ну, что это показывает? Смотри, я не знаю, что это, вот как ну, оно работает. Скин. А, вон я скину. Что это вообще за погремушка? Откуда она вообще Lightning взяла, Engine. Да? Вообще-то это... Это с самолета выпало. Это, если что, самый крутой... Это вообще самый крутой двигатель, который вообще есть. Откуда он? Я хрен знает. Откуда? Типа, понимаешь, это самый крутой двигатель, который вообще есть. Я как дурак, я говорю, что это с этого супер-обилка артефакта. Нет, я думал, это с этого выпало. Я что, даже правой кнопкой мыши нажимаю по земле, думаю, что не работает-то, блядь, она. О, господи, боже мой. Морис читак, у него нет отдачи. Короче, чуваки, спасибо за просмотр. У нас сегодня была ожесточенная битва с этим ксеноморфом каким-то. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Кстати, в описании ищите тоже там. Есть ссылочка на канал Чигей Моррис. Вот. Это Never с Моррисом, короче, их канал. Там, короче, есть топовый сериал «Зов бездны», но я его уже пиарил, наверное, большинство смотрело. Кто не смотрел, посмотрите. Я даже... Вот сейчас в аннотации он будет... И всем спасибо за просмотр, чуваки, и всем пока. Ждите новых всем пока, да. И не пишите продолгую тьму скупью, блядь, всех.